Так, 18 мая, рыболовный клуб Савельева 2. Вот такой вот улов у Дмитрия. Дмитрий, добрый день. Ну, расскажите, поделитесь секретом, на что ловили. Да на самом деле все просто. Кукуруза и 1-2 опарыша. Недалеко от берега. Да, вот, метров 8, наверное. Понятно. Все на удочку, донка так. На каком мосту ловили номер? О, не помню, если честно. Понятно. Ну, где-то, наверное, в районе 20-го, ну, где-то да, там. Ясненько. Ну, сколько здесь? Давайте на весы бросим. Ребят, помогите на весы. Ну, неплохо так, 16700. Вот. Ну, так в целом рыбалка понравилась? Да, все отлично. Ясно. Ну, приезжайте к нам, приедем, еще будем рады всегда. Обязательно приедем. Ага, до свидания.